С 8 утра до 10 вечера говорить только на английском. Это главное правило отдыха ребят, приехавших в летний загородный лагерь Be Happy в деревне Коробово. Его основатель Ирина Фролова, работающая по собственной авторской методике, уверена, именно такое полное погружение в язык дает максимальные результаты. С базового уровня дети начали реагировать, отвечать, слышать речь. Дети, которые были сильного уровня, мы смогли их выправить грамматику, произношение. То есть каждый действительно получил здесь очень хороший результат. Наш лагерь даже неделю – это примерно 4-6 месяцев обычных занятий. Загородный лагерь открылся только этим летом. Мальчишки и девчонки с 7 до 12 лет с базовым и продвинутым уровнем языка провели здесь незабываемые 2 недели. Утром у нас начиналось с разминки, дальше у нас был завтрак, потом у нас были спортивные игры, и все время мы общались на английском языке. Каждый день по 30 минут была отдельная практика с базовым уровнем и с продвинутым уровнем, именно где мы садились и общались, и методически выводили детей на результаты, исправляли их ошибки. Ребята за время пребывания в лагере поучаствовали в различных квестах и мастер-классах, игре по мотивам шоу «Форт Боярд». Но, увы, пришла пора прощаться. Торжественное закрытие первой смены открыло подготовленная ребятами сценка на английском. I see the potential. Thank you. Ребята показали, чему они научились за время пребывания в лагере, поучаствовали в химическом шоу от профессора, где, например, с помощью сухого льда готовили мороженое и замораживали кукурузные палочки. И буквально держали огонь на ладони. 9-летний Иса Мамедов в клуб Be Happy с удовольствием ходит уже несколько лет. Тут интересно. Мы много играли. Также еще мы нас учили и... много чего интересного. У них хорошая кухня, у них много развлечений, прекрасное место. Мне самой очень понравилось, честно говоря. Я бы сама здесь с удовольствием осталась. Единственный минус, есть минус, конечно, что мало, очень мало времени, 2 недели мало. Я бы с удовольствием оставила бы еще больше внука своего. А вот Василиса Михеева попала в англоязычный лагерь почти случайно, по совету знакомой, и ни разу не пожалела. Мы играли в спортивные игры, гуляли на свежем воздухе, еда была очень вкусная. Заметно, как в первый день, да, она подбирает слова, вот какой-то барьер, страх и стеснение. А потом уже, чем ближе к концу занятия, то есть это проходит, и уже легче ребенок, даже вот мы здесь всего 5 дней, сегодня 5-й день, и уже вот этот барьер уходит, и ребенок начинает быстрее реагировать, да, на вопросы на английском. Be Happy – это клуб для школьников и дошколят и англоязычный детский сад полного дня, который работает в Видном уже 4 года. В сентябре планируется открыть также англоясли. Ну а загородный лагерь вскоре откроет свои двери перед новыми учениками, желающими провести лето весело, интересно и с пользой. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.